Минимум 40 крымских татар задержали силовики на Керченском мосту. Все они направлялись в Ростов-на-Дону, где завтра должны огласить приговор троим крымчанам, обвиненным в оккупационной властью в причастности к террористической организации. Им грозит от 10 лет за решеткой и до пожизненного заключения. У всех задержанных на мосту крымских татар полицейские изъяли документы. Изъяли документы. Якобы для какой-то проверки. Устанавливают по принципу либо 82-й регион, либо посмотрели в салон. Четверо человек. Лицом не удались, все в сторону. Проверка документов.